Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказом треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале есть реакции, которых нет на ютубе. Ребятки, слушаем Unblack. Ау! 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 Пропала связь почти со всеми, с кем мы вырастали. Я был слишком открытым другу и меня предали. Добро порождает зло, я не согласен со словами. Один в поле воин, но вся сила в том, кто рядом. Называй нас... Ну что, ребят, скажу. Голос очень красивый, ребят, да? Читает хорошо. Музыка интересна очень, да? Музыка вообще интересна, да. И мне нравится, знаете, что он немножко пословица вспоминает наши русские, да? Российские. Да? Да, это молодец. не первый раз, когда он пословица. Да, пословица любит. Говорит, молодец. Значит, очень много читал сказок, басни. Просто читаешь, ну, русскую литературу читал, наверное, да, ребятки? Молодец. Как хочешь, команда или банда. И похуй, что на моем брате, Адик или Прада. За то, что внутри него я буду стоять или падать. А где найти эту самую правду? У каждого она своя и моя где-то рядом. Может, высоко в горах, может, глубоко в шахте. Чем больше пройден путь, тем больше вроде бы понятнее. Я бегал пиздюком, сейчас меня называют дядей. Не успел моргнуть, мы 8 лет в одной кровати. Ну что, ребятки, скажу. Ну, мне нравится текст, да? Осмысленный текст, да? Скажи, не просто набор слов, а вот именно осмысленный, да? Он рассказывает о себе, каким маленьким и взрослым стал, чем занимается, да? Вот все об этом рассказывает, да? И пословицы рассказывает нам. Не успел моргнуть, и вроде стало все в порядке. Я не имею в виду то, что мы живем в достатке. А, наша жизнь — это гонки и ставки. Главное вовремя забрать и не вестись на бабки. А, я улыбаюсь, малыш, и удачи. Походу, я и нравлюсь, мы остаемся на связи. Ребят, ну мне нравится, молодец. Текст хороший, молодец. А, наша жизнь — это трамплин и скачки. Каждый выбирает сам, какие ему пачки. Я улыбаюсь, малыш, и удачи. Раньше она ко мне относилась иначе. А, наша жизнь — это гонки и ставки. Главное вовремя забрать и не вестись на бабки. А, я улыбаюсь, малыш, и удачи. Походу, я и нравлюсь, мы остаемся на связи. А, наша жизнь — это трамплин и скачки. Каждый выбирает сам, какие ему пачки. Я улыбаюсь, малыш, и удачи. Раньше она ко мне относилась иначе. На связи, а, иначе. Раньше все тут было иначе, а? Раньше все тут было иначе, а? Раньше все тут было иначе, а? Иначе. Ау, ау. Спецэффектов подбавила, да? Да. Недостаточно тебе, не хватило, да, спецэффектов? Ну, конечно, что? Ну, ты немножко этого. Иногда в тему рада прям... Вот это вот БР, и все-таки, наверное, так часто 3 раза подряд-то не надо. Не, я спишь, он летит. Это как орел кричит, орел, да? Поняла, поняла. Ну что, ребят, скажу, мне понравился. Молодец, исполнитель хороший. Очень понравился. Мне, ребят, понравился текст. Очень понравился текст. Текст, знаете, осмысленный. Он рассказывает обо всем здесь. Мне понравилось. Голос очень классный, читает хорошо, рэп молодец. Мне вот интересно, это проект Friendly Tag, или я что-то путаю? Или Friendly Tag продюсер этого всего, или нет? Ну, откуда? Я не знаю. Ну, музыка классная. Вообще, мне понравился этот трек. Нет, или, знаете... или я что-то неправильно понимаю, но как-то он связан с 52, то есть как-то он связан с Friendly Tag. Как? Ну, сейчас ребятки нам напишут. Uh-huh. Ребят, напишите, пожалуйста. Ну, что, ребят, скажу. Голос классный, музыка очень понравилась. Знаете, трек легкий, его приятно слушать, ребятки, он не раздражает. Ну что, друзья, пока, мои хорошие.